А в Канске сгорели два частных дома. Их хозяева остались без крова. Среди них семья с детьми 2 и 4 лет. Пожар начался ночью, ветер быстро раздул огонь. Жильцам одного из домов соседи помогали выбираться через окно. Никто не пострадал, но у людей уничтожено все имущество. Горожане организовали для погорельцев сбор вещей. По предварительной информации, пожар начался из-за неправильной эксплуатации печи.